Это сытный и питательный салатик на каждый день. Овощи для него можно подготовить заранее, а затем смешать все перед подачей. Обязательно запомните рецепт. Салатик перед подачей лучше оставить на 30-60 минут, чтобы картофель впитал в себя заправку. Для его заправки можно использовать майонез, а также менее калорийный вариант – сметану или йогурт. Салатик очень сытный, поэтому можете подавать его отдельно, например, с мясом на гриле. 1. Вымойте картофель, поместите его в кастрюлю с водой, отправьте кастрюлю на огонь, отварите картофель до готовности. 2. Выложите картофель из воды и остудите, затем нарежьте небольшими кусочками. 3. Переложите картофель в миску, добавьте оливковое масло, перемешайте и оставьте на 20 минут. 4. Тем временем обжарьте на сухой сковороде полоски бекона, разломайте хрустящий бекон на кусочки. 5. Добавьте к картофелю бекон, кукурузу консервированную, измельченный перец, половину необходимого количества измельченного зеленого лука, чесночный порошок, перемешайте. 6. Заправьте салат сметаной и йогуртом, перемешайте. 6. Заправьте салат сметаной и йогуртом, перемешайте.